Hi guys and welcome to this video. My name is Eddie and I hope you have a fantastic day. Ni hao, buenos dias, guten tag, bon dia, sawadika, mabu hai, mabu hai, салам алейкум, шалом лекулам, добро пожаловать на мой канал, доброе утро. We have today, for the first time on my channel, so much requested Denberel Oorzhak. You guys, you know, suggested me. I mean, most of the time, or maybe all of the time, it was the Russian, you know, speaking audience. But you suggested to me you have to watch him, and you know, he participated in Ты супер. The third season, and as far as I know, he won it. I mean, I didn't quite understand it because he won it and then Diana won it. I don't know, maybe they won it together, maybe it was different seasons, I don't know. But anyway, he was there, and he must be very, very like good, right? Also, I heard that Igor Krutoy is talking good stuff about him. Can't remember exactly what, but he was mentioning like he is going to make a great career. So it's very promising as well. And yeah, this is the first time. I don't know what to expect. I know that the show Ты супер, but this time we're going to watch him in the the new wave 2019, so this is more recent, I guess. And this is the finals. I mean, yeah, this is the finals. This is what it says. So this just you know, this is something that we will have to watch. Don't be mad at me, you know, if you say, oh my god, why didn't you you know, watch the Ты супер first because it's more beautiful. I don't know, maybe it's beautiful as well, this competition, and I'm going to watch it, but I know there are a couple of copyright problems with the Ты супер, so I'm very you know, cautious with that one. And yeah, anyway, на русском наконец-то Denberel Oorzhak, которого вы мне очень-очень много раз рекомендовали и говорили, ну когда ты уже его посмотришь, вот наконец-то я добрался. У нас был Ржан Максим первый раз несколько дней назад, который классно пел, парень с Казахстана, и Denberel это с России. Я хочу сказать, мне немножко незнакомое имя Denberel. Я надеюсь, что я его правильно выговариваю. И с Россией, он представляет хотя бы Россию, но если сказать честно, есть как бы много районов в России, которые я вообще как бы не знаю, у них может быть как бы имена другие, диалект другой, так что все может быть. И да, я выбрал вот эту новая волна, 2019 год, я не знаю, ли это было до или после программы Ты супер, но я знаю, что эту программу он выиграл, так было написано, и Ты супер он тоже, по-моему, выиграл, или Диана выиграла, я даже, может, они вдвоем выиграли. Напишите мне, чтобы разобраться. И хотя бы если смотреть на вот эту новая волна, я нашел тут маленький, коротенький интервью до финала, и мне не совсем понятно, у меня есть один видео полуфинал и один фильм финал, так я их как бы не смотрел, но я хочу, чтобы первое видео было такое более как бы серьезное, так я прямо с финала начну, раз поскольку я уже знаю, что он выиграл, так хочу что-то как бы такое более качественное, а потом, может быть, перейду. Скажите, кроме полуфинала и финала было еще что-то, потому что я не нашел. Постоянно вот только версии вот этой песни Паранойя, которую я не знаю, откуда она, и не знаю, какой голос у Демблера. Если вам нравятся такие ролики, вы хотите со мной смотреть в первый раз, я вас приглашаю присоединиться на мой канал, подписаться, ставьте лайки, пишите мне, и очень приятно, что вы тут. Русских выступающих я... Канал сам на английском, но постоянно, когда русскоговорящие у меня певцы, я буду говорить и на русском, так, чтобы было понятно. С субтитрами иногда есть, иногда нету, но... Тоже вы мне написали, что если я говорю на русском, так, может быть, как бы субтитры не совсем нужны. Так можно этим воспользоваться, что я знаю русский и могу сказать. Так давайте, ребята, начнем с короткого интервью. Тоже интересно всегда посмотреть, знаете, как они звучат не в поющей. Я участвую в конкурсе «Новая волна». Я в Крыму жил в отеле «Ялтин Турист». Мне там очень понравилось. Мы там жили месяц. И, хриплый город. Там хорошо кормят, все отлично. И там репетировали рабочим отеля «Ялтин Турист». Хочу сказать всем спасибо. Сегодня финал детской «Новой волны». Интересно, сегодня последнее выступление. Желаю всем удачи. Привет от детской «Новой волны» Артеки. Скажите, русский – это первый его язык. Он говорит с акцентом. У него такой, видно, что у него такой очень такой массивный, хриплый немножко голос. Особенный. Я думал, такой ангелочек будет, а тут совсем не так. И очень интересно. Я не думаю, что он какие-то высокие. А может и удивит, но голос у него точно такой нежненький. Это 100%. Кажется, классный парень такой, трудолюбивый мальчик. Лет ему сколько? Может быть 14, может быть 13. Да, хотя бы то, что голос у него поменяется, может быть, ему не надо будет с этим очень много воевать, потому что изначально у него такой не очень высокий. Yeah, guys. So now let's go to the main performers. This is the finals. He won this with this song. It's called Paranoia. And good luck to Denberel. А следующим выступит конкурсант из России, победитель третьего сезона проекта НТВ «Ты супер», а теперь финалист детской «Новой волны» Денберел Oorzhak. Я Денберел Oorzhak, мне 12 лет, я из города Кызыл, Республика Тува. На конкурсе представляю Россию. Амулета или символа удачи у меня нет, но я уверен, что есть высшие силы, которые помогают и поддерживают меня. Классно! Я желаю участникам хорошо выступить и отлично провести свое время. Quite an actor. Похоже, ты одичал, а вечер бубен стучал, ночью песни кричал о любви. Тебя волнует луна, танцует морем волна. Просто это весна, посмотри, дарит небо. Ультрамарин жарит тела. Wow, that's rasp, God. Nice dancing. Nice. Снова стрель из борта, и снова стрелы в сердца. Прочь обиду с лица, не грусти. Звенит последний звонок, любовь зовет на урок. Записка несколько строк, раз, два, три, дарит небо. Ультрамарин жарит тело. Адреналин, вот она пришла весна, как паранойя, грудь попали в пизопал, будет жив. Вот она пришла весна, как паранойя, прозвучал местный сигнал, все его жив. Паранойя, о, паранойя, о, паранойя, о, паранойя. Nice, nice. I didn't expect that. What a unique voice. God. Игорь The Крутой. Trust. Wow. Для меня огромная радость. Я уже второй проект подряд, сидя в жюри, наблюдаю за творчеством Денберела. И каждый жест, и каждая его нота, она вся настолько продумана, причем продумана от природы, от души, от сердца. Я просто обожаю твое творчество, и ты мой любимый певец. Спасибо. Денберел, а ты по-тувински можешь горловое что-нибудь нам можешь спеть? Хорошо. Давай. Спасибо. Вау. Денберел Oorzhak, Россия! Очень-очень особенный голос. Звездные гости детской новой волны 2019. Да. Вау. Я такого не ожидал. Очень особенный горловой голос, я даже не знаю, у меня даже, если буду такой голос делать, у меня, наверное, горло заболит сразу. Очень особенный, я даже не знаю, он музыкально он хороший, у него хороший темп, он такую песню выбрал, я эту песню не знаю, но ритмично я под него подтанцовывал, классно, в 12 лет такое как бы делать, это класс. Так что не зря у него как бы все эти призы, которые он выигрывал, он очень-очень особенный и да, будущая звезда, может быть и настоящая даже. Класс. Вместе с этим я пытался, знаете, вот прислушаться, вот чисто голос, убрать всю музыку, инструментальные. Ему немножечко тяжело, может это как бы с русским языком, он как бы поет, но вот выше, у него такой очень хриплый такой голос и сильный, но подняться немножечко выше, более как бы разнообразным быть, это как бы... надо еще посмотреть, или он как бы такое умеет как бы тоже делать. Вот именно это свойство, то что он как бы особенный очень. Можно не смотреть его, узнать как бы это очень-очень легко. Как бы у него... Я ожидал ангелочка, а тут вот такой вот. Но да, скажите мне, откуда он как бы с России, это как бы русский его, кажется, не первый язык, я знаю, что есть разные регионы, республики, там, я не знаю, как это сказать, но очень приятно видеть, что он с таким самоуверенным как бы манере выступил, судьи его любят и... Да, будем смотреть еще. Скажите мне, что еще посмотреть после Стоит посмотреть остальные его с этого концерта. Я не знаю, сколько у него представлений, выступлений было в этом концерте, кроме этого финала. Может быть, кого-то другого тоже с этого новой волны 19-го года. Yeah, guys, just wanted to say that he has a great, growl, throat, voice, and the sound effects that he was doing. He's obviously not new to it. That was really, really nice, really amazing, very recognizable, easily, unique voice, and especially for a 12 years old guy, and that is unique, he was not always like perfect, singing for me could be more versatile, more powerful with that kind of voice at points, just to loosen and open his throat a little bit, because it was so raspy like this, and it's thinking about me, singing this kind of stuff, it hurts my throat. I don't know how is he able. I mean, he naturally has that kind of ability and talent. Anyway, he is easily very, very unique, very good, and I can easily see how he deserves, the things that he won. And if you liked him, yeah, recommend me more, send links and all this. I'm very, very happy that you could join me for the first impression of Denberel. Wow, it's going to be a problem for me. Denberel, sorry for not pronouncing it good. Denberel Oorzhak, right, so... yeah, thank you for watching it with me, and I hope that I'll see you in the next one. Bye bye.